Всем привет, ребята, вы на канале Алиса Киса. И как помните, в прошлом видео Тобик забрал мой рюкзак и положил все свои собачьи вещи, чтобы пойти в школу. Да, теперь я готов к 1 сентября. Из-за этого мне просто необходим новый рюкзак. И поэтому мне мои родители, когда приехали из Италии, привезли вот такой чемоданчик. Вау! Чемоданчик называется Colorant. Тролли, как переводится, цветная тележка. И в нем уже есть все необходимые вещи, какие мне понадобятся для школы. Ну а что там, мы сейчас узнаем вместе с вами. Давайте же его распакуем. Здесь есть вот такой кружок. Это также наклеечка. И кто хочет, может вот так вот. Теперь будет понятно, что это чемоданчик. Лоу. О, и ручечка. Так. Это для школы. И здесь все для рисования. Вот. Здесь три мои любимые куколки. Сахарок, Перчинка и Киска. Я ее буду... Это я. Знаешь, типа? Кто не подписался на канал? Так, подглядывай за вами. Все эти картинки – это наклейки. А вот здесь несколько моих любимых. Вот это мне нравится очень. И все. Это место для печаток. Сюда можно одну, сюда две. Например, одна говорит слово и другая. А можно, чтобы одна говорила два слова. Вот такие карандашики, печатки. А краска для печаток? Да, вот это краска для печаток. Я одну картинку испорчу. Там покажу, как это все печатается. Я хочу взять королеву пчел. О, какой скрип неприятный. Сильно, присильно надавливаем. 2 eyes later. Вот. Так вот. Положу пока что сюда. И королева пчел напечаталась на куколке Лоу. Лоу на Лоу. Здесь тоже есть такие печатки. И, конечно же, главное, фломастеры. Как помню, у этой девочки розовые волосы. Идеально. Волосы накрасили. Почему на уроке рисования не рисует Лоу? Я бы была специалист по этому. Тем более с этим чемоданчиком, знаете, задают рисовать Лоу. Мне не хочется. Мне не хочется так долго рисовать маленькую копию. Берешь печатку, печатаешь. Маленькая Лоу готова и пятерка гарантированная. Хитрость. Только учителя мне показывайте. Давайте проверим, как рисуют карандашики. Я хочу красненький взять. Легонько рисуйте, и розовый обеспечен. Красненьким. Кубочки. Так, у тебя будет маникюрчик. Маленький маникюр Лоу. На самом деле, этот чемоданчик мечта каждой девочки. Потому что здесь есть печатки. Краска для печаток, и тебе не надо будет искать ее по магазинам. Карандашики цветные, и фломастер, и даже альбом. И он отлично подойдет для школьного урока рисования, или если вы пойдете на какую-то полянку и захочется рисовать, взял чемоданчик, открыл чемоданчик и рисуешь. Все легко. А также, когда ты дорисуешь вот эти Лоу, можешь сюда любые листики положить. Или всякие там штучки. Ребята, для школьного урока рисования я уже подготовилась. Напишите в комментариях, какие вещи вы купили, а какие нет. Ребята, а также, если вам не нравится носить в школе какие-то белые блузки или кофты, то вам может подойти
такая же футболочка, как у меня, от бренда Джо-Джо. Которую вы можете купить в магазине Goofo Kids. Которая отлично заменит любую рубашку. Ребята, если вам понравилась моя футболочка, если вам понравился мой чемоданчик, не забудьте поставить лайки, подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока-пока! Канал Алиса Киса.